Эйва, это ты, не может быть. Тебе суждено спасти мой народ. Откуда она меня знает? О, это ты! Валка предсказала нашу встречу, но все же не верится, что именно Эйвор спасет наш остров Скай. А ты кто? Вечно ты торопишься, Эдит. Эйвор, Эдит Вельва и моя подруга. Она пришла ко мне за советом. Ее народ терзают кошмары вплоть до безумия. Не знал, что на острове Скай есть поселенцы. Поселения там небольшие, зато много странников. Поэтому дурные сны так опасны. Обычно-то я пытаюсь угадать, пахаря или пекаря сулит в мужья моей кузине сон, где она жует перья. Так, я запутался. Эдит нужна помощь. И страдает не только ее народ. Как и Вельва, я хорошо чувствую мир духов. И беды со сном коснулись и меня. Боюсь, скоро они придут и в Рейвенстон. Я займусь этим. Но не то, чтобы у меня был опыт борьбы с дурными снами. Это не все. Тебе это не понравится, Эйвор, но, боюсь, здесь замешана Рандви. Может, это ее рук дело? Валка, я знаю, ты мудра, но Рандви моя подруга. Как она может вредить поселенцам? Когда кошмары пришли сюда, к нам, я попросила ответа у духов, и мне было видение. Смутное, но я знаю, что видела. Ты найдешь Рандви на острове Скай в некоем месте смерти. Сперва вам придется сразиться, а потом расстаться навсегда. Это невозможно. Не хочешь — не верь. Единственный способ узнать правду и остановить кошмары – отправиться на остров Скай. У меня свои обязанности, но Эдит тебя сопроводит. Ну что, готов? Мой народ не выдержит дольше без сна. Я узнаю, что терзает твой народ. Кто бы ни был тому виной –